18. Сегодня мы отмечаем знаменательное событие – 20-летие Приднестровской Молдавской Республики на год меньше вооруженным силам и Черноморскому казачьему войску. В сентябре отметит свое 18-летие пограничный отряд. Немало испытаний выпало на долю тех, кто сегодня продолжает славные традиции защитников Отечества. И мы гордимся тем, что наша армия, принявшая эстафету Республиканской гвардии вместе с батальонами народного ополчения, бойцами ТСО и казаками, отстоявшая свободу и независимость своего народа, способна защитить республику, честь и достоинство людей, живущих на земле Приднестровья. Открывают парад юные барабанщики, воспитанники Республиканской кадетской школы-интерната имени Дзержинского, Министерства внутренних дел ПМР. Это учебное заведение хорошо известно в республике. В числе воспитанников мальчишки, чьи отцы жизни своей не щадили во имя свободы и независимости Приднестровской Молдавской Республики, учатся здесь и сыновья тех, кто сегодня служит в вооруженных силах и органах правопорядка. В парадном расчете кадеты, достигшие отличных результатов в учебе и спорте. Визула, Белых, Ленин, чемпионы Украины по регби Клич, Никифоренко, Надолинский, Епифанов, призеры престижных состязаний по академической гребле, Портечка и Чеботарь. Сыновья защитников республики Артов и Чулков, быстро летит время. И сегодня в парадном строю юридического института мы увидим выпускников кадетского корпуса. А их младшие товарищи усердно грызут гранит наук, закаляют волю, воспитывают в себе дисциплинированность, возглавляет парадный расчет кавалер медали за боевые заслуги майор Копычев. Парадный расчет офицеров управления Министерства обороны возглавляет заместитель министра обороны, начальник управления боевой подготовки, защитник Приднестровья, кавалер 2 степеней ордена за службу Родине в вооруженных силах ПМР, полковник Лукьяненко. Плечом к плечу идут офицеры, воевавшие в Афганистане, исполнявшие интернациональный долг в других государствах. Участники ликвидации последствий Чернобыльской аварии, защитники ПМР. Это кавалер 2 степеней ордена за службу Родине вооруженных сил ПМР, полковник Доменюк, кавалер ордена за службу Родине полковник Довгулич и майор Широков. Высококлассные специалисты военного дела, полковник Копильский, подполковники Гавриленко и Красников. В одном строю с ветеранами молодые офицеры, майоры Лаврик и Вакарев, капитан Трофим, старшие лейтенанты Мельник и Чиванов, лейтенанты Соловьев и Сметанов. Перед трибуной офицерская смена, курсанты военного института Министерства обороны ПМР. Время летит быстро. Позади 2 года напряженной учебы и 3 курсников, идущих в строю, отличает особая выправка и сталь. Возглавляет парадный расчет ветеран вооруженных сил полковник Баби. По площади проходит парадная колонна 1-й гвардейской ордена Республики мотострелковой бригады. Командир части, ветеран вооруженных сил, кавалер орденов почета и за службу Родине полковник Ратушный. Бригада была создана на основе 1-го батальона Республиканской гвардии, державшего оборону на Дубасарском фронте.
подвиг гвардейцев высоко оценен государством. На знамени части золотом сияет орден республики. Более 200 человек были награждены медалью защитнику Приднестровья. В знаменной группе лейтенант Воронченко, Вербицкий, Добровольский. Идут курсанты учебного центра подготовки младших специалистов. Начальник учебного центра, кавалер 2 степеней ордена за службу Родине, полковник Терешкин. Возглавляет колонну кавалер орденов почета и за службу Родине, полковник Забасин. Знамя части доверено старшему лейтенанту Гончарик. В парадном строю кавалеры медали за боевые заслуги майор Малюхин, капитан Диденко и старший лейтенант Чернов и Тараненко. Участники боевых действий по защите республики майор Лукашенко и младший лейтенант Манин. К трибуне приближается парадный расчет 1-го отдельного авиационного отряда. Во главе колонны военный летчик 2-го класса подполковник Савицкий. Костяк авиаотряда составляют высококлассные летчики и авиаспециалисты. Майоры Безродный и Катунцев, лейтенанты Юрченко и Бодров, воин-интернационалист, участник боевых действий, старшина Головченко. По площади идут водные артиллеристы. Во главе колонны кавалер медали за боевые заслуги майор Юрьев. В знаменной группе лейтенанты Москальков, Арвентьев и Бондаренко. В строю молодые офицеры, старший лейтенант Карбузняк, лейтенанты Фурман и Турчанинов. Парадный расчет 1-го отдельного батальона связи возглавляет участник ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС, кавалер медали за боевые заслуги майор Манькевич. Знамя части доверенное лейтенанту Ягубовскому. В парадном строю ветераны и молодежь, высококлассные специалисты связи, майоры Бурцев и Спринчан, сержант Рудаков, еврейский Цугуй, рядовой Вороненко. На красно-зеленом знамени колонны, идущие по площади, орден республики. Так отмечено государством гражданское мужество личного состава 1-го отдельного ордена Богдана Хмельницкого инженерно-саперного батальона. В мае 92-го, перешедшего под юрисдикцию Приднестровской Молдавской Республики, во главе парадного расчета капитан Николаев. Идут воины пограничного отряда Министерства государственной безопасности. Возглавляет парадный расчет кавалер ордена за службу Родине подполковник Цуганов. Знамя части доверено старшему лейтенанту Гашинскому. В рядах пограничников участник боевых действий кавалер ордена за службу Родине подполковник Малай. Основной костяк отдельного резервного пограничного казачьего полка составили казаки-черноморцы, прошедшие через горнило войны в Приднестровье. В строю полный кавалер ордена за службу Родине, ордена за личное мужество, полковник «Не бей голова», кавалеру ордена за личное мужество, Карл Жеревенко, орденов за службу Родине, Исаул Ирибинский, Дорожнюк, Печенко. Зеленый цвет, отмечающий стражу границы, сменяет Васильковыч. Идут бойцы отдельного ордена почета батальона специального назначения «Дельта». Во главе парадного расчета кавалер медали за отвагу майор Никифоров. По площади идут парадные расчеты Министерства внутренних дел, в строю курсанты Тираспольского юридического института имени Кутузова, будущие специалисты структурных подразделений МВД ПМР. Знаменные группы младшие сержанты милиции Кобылян и Антосяк, курсант Агеев, во главе колонны капитан милиции Лучинин. В парадном расчете отличники учебы, сержант милиции Захаров, курсанты Соловьев, Малашинский. К трибуне приближается парадный расчет отдельный ордена за заслуги бригады особого назначения Днестр. Возглавляет парадный расчет майор милиции Аверин. Здесь служит немало тех, кто в Грозном 92-м стал на защиту своего народа. В парадном строю участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, капитан милиции Николаев. Кавалеры медали за боевые заслуги старшина милиции Грин и старший сержант милиции Максименко. В одном строю с ветеранами молодежь. В подразделении служат настоящие мастера своего дела. И практически нет такой боевой задачи, которая, казалось бы, им не по плечу. Во главе парадного расчета батальона внутренних войск Министерства юстиции ПМР майор Сиенко. Знамя части доверено майору Белевич. Личный состав части, созданной в годы Великой Отечественной, и ныне успешно справляется с поставленными задачами. В парадном строю лучшие воины батальона майор Выдрин, старшие лейтенанты Мамытин, Сушко, Галаштенко, лейтенанты Цап и Малашевский. Мимо трибуны
проходит парадный отчет отдельного отряда специального назначения вооруженных сил ПМР. Эти бравые парни в алых беретах готовы выполнить любую специальную задачу. Но этого вряд ли было бы возможно, не служи рядом с ними опытные наставники, такие как командир батальона майор Паулецко, капитан Раковский, участники боевых действий капитан Бедарев и лейтенант Шкатов. Парадный расчет военнослужащих женщин возглавляет капитан Тявец, связистки и планшетисты, чертежники, делопроизводители, медики, финансисты, воспитатели, психологи, юристы. Все больше и больше военных специальностей успешно осваивают наши женщины. А служба в армии для многих стала делом семейным. В строю капитан Артюхова, старшие лейтенанты Корецкая, Пановарева и Горецкая, младший лейтенант Лукьяненко, прапорщики Лениченко и Спринчан. Идут воины роты почетного караула. Начальник почетного караула, кавалер ордена за службу Родине вооруженных силах ПМР, подполковник Исаев. Возглавляет парадный расчет лейтенант Распутин, в строю старший лейтенант Поляков, сержант Гладунов, младшие сержанты Гурьев, Смирнов, Сырку, Балан, рядовые кембетцы Миуца, Чора. Этих воинов, самых красивых и статных в Приднестровье, мы выйдем на всех торжественных мероприятиях, проходящих в нашей республике. Это они в почетном карауле у знамени нашего государства и штандарте президента. Они возлагают венки на мемориале славы и государственных праздников. Это они стоят в карауле на траурных мероприятиях. Это они со всеми воинскими почестями встречали президента братской Абхазии, главу Российского императорского дома великую княгиню Марию Владимировну. И каждый раз рота почетного караула не на словах, а на деле доказывает, что она лицо нашего государства. Сопровождает парад войск Тираспольского гарнизона сводный военный оркестр. В его составе духовые оркестры вооруженных сил ПМР, Министерств государственной безопасности и внутренних дел. Начальник военно-оркестровой службы, главный военный дирижер, заслуженный деятель искусств ПМР, кавалер ордена за службу Родине, подполковник Виталий Воинов. Это уже стало доброй традицией. Приднестровье не бьют нефтяные фонтаны. Нет здесь угольных шахт, золотоносных песков. Нет алмазов и руд. Только все ж, как ни странно, в рай чужой нас не тянет с Днестра берегов. Наша родина здесь живут приднестровцы. Смелый, гордый, свободолюбивый народ. Не пошли под ермом и покорно каковцы, когда поняли, кто и куда нас ведет. Я хвалу возношу тем, кто пал за свободу, тем, кто силам не жалея, угроз не страшась, проводил референдумы, выборы, сходы, устанавливал в нашей республике власть. Я хвалу возношу безоружным ребятам, защищавшим достойно наш выбор и честь, тем, кто...